Ребят, всем привет! Мы снова с вами в городе Пенза. Путешествуем. Вот автобус подъехал. Смотрите, классное место такое обнаружил. Проезжал. Вот такой вот шикарный памятник. Лета, написано Тула, 1663-го. На реке Пензе. Велено город строить. Велено город строить, ребята. Красота, смотрите, какой крутой памятник. Сзади нас находимся в городе Пенза. И такой вот исторический символ города Пенза. Такой красивый-красивый памятник. Всадник или мужчина, воин какой-то. С копьем. И надпись. Ну, красота. А сзади открывается очень красивый вид такой, смотрите, на какую-то часть города. Может быть, не на всю часть города, но на небольшую его часть. Давайте посмотрим, что здесь есть, какая красота. Река. Во-первых, смотрите, река. Река называется Сура. Знаете, есть Библия, есть Коран. Кстати, названо как стихотворение в Коране, Сура. Вон там микрорайончики видны, домики какие-то разукрашенные. Там просто дома. И большой-большой частный сектор. А вот здесь, смотрите, храм или монастырь небольшой тоже. Очень красивое место, очень видно исторически, потому что обычно вдоль реки сплавлялись катера, корабли. И вот такой вот памятник. Так, а что написано? Тут он Сергей Козенков, 1980-й написал. А вон еще храм, смотрите, вон вверху, видите, купола. Пикает свадьба, едет, ребят, кортеж свадебный. Смотрите, свадебный кортеж пронесся. Все сигналят. А напротив, вот я тоже вижу здание, старые такие исторические. Стены, правда, от здания. Уже более-менее такие, конечно, развалины. Вон разбирают экскаваторы, я смотрю. Ну, здания классные были, постройки. Вот такой небольшой исторический центр Пенза вам показал. Едем дальше, путешествие продолжается.